Кстати, супчик вот такой грею. Называется борщ. Сюда вываливаю все это хозяйство. Заливаю водой немного. И где-то порядка 3-4-5 минут все это дело довожу до кипения. И хаваю. Ну, сюда, конечно же, майонез. Вот такой вот. Бахну сюда прям. Утро, 18 декабря. Ключево, спальный район, частный сектор. Время без 10:08 утра.
обеспечивает точный запуск ракет даже при штормовых условиях. Рассказывая о впечатлениях после увиденного, иностранные журналисты честно признаются собственной совестью. С одной стороны, не хочется идти на преступление, с другой, официальный штраф гораздо... Давай пожнемся, шевели! Леха, ты тут уже прошил все, да? Ну да. Такой жест. Позвоню после обеда. Сейчас я ему позвоню. Если уж он такой парень решительный. Вот наш водитель, Виктор Владимирович. Ведет также съемку. Громче, громче. Громче, комментируйте. Посмотришь. Лампочку. Лампочка нормально все. Ну все, нажимай. Пожарку.
Дверь, кстати, это не закрывается. Оп. Так. Твои царь. Вот в эту кашу. И будем ужинать. Фу, все, отдыхаю.